Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Михаил. Вы на канале Фунзы. Что ж, не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Правда, не стоило, наверное, вначале говорить. Ну ладно. А сейчас я решил попробовать поиграть в Deep Simulator. Симулятор оленя. У него, кстати, прикольно вот так голова растягивается. А, он еще летает. Я могу его вот так вытащить, вот так понести. Ну, короче, я помню, мне много раз советовал друг мне поиграть. И в комментариях мне об этом писал. Еще и кто-то другой, по-моему, писал. Я тут глянул разрешение, чисто поменял. Хотя, не поменял, но изначально таким было, перепутал. Так, русский. А, тут вроде все то же самое. Закрыть. Окей, давайте-ка начнем. Что? А я разве не за оленя играю? Да, в принципе, и так нормально. А что будет? Олень! Ага, машина. Так, то есть человек пожертвовал собой ради спасения оленя? Я как у него ягодицы сложились. Ну, помер, ясно. Ему там кости переломал. Да. Ля, загрузка какая. То есть человек превратился в оленя? Что, блядь? Почему, интересно, лагает? Тут есть ограничение FPS какое-нибудь? Сколько у меня FPS вообще? Расположение, ход, производительность. Да, кадр. Или все нормально, или так надо. Сейчас понять. Что? А что с графикой? Мне кажется ли, в этой игре графика должна быть лучше? Ля, как бежит. О, погнал. На, он прям сбивает все. Так, вытянуть шею. Серьезно? Вы олень. Ебать! Что происходит? Это, блядь. Я могу... Оп. Опа! Здесь какая-то графика, хрень какая-то. Что это такое? Что за мутная залупа? Почему еще лагает? Это странно. А действие? Что такое действие? Я могу бить. Что тут надо делать? Куала. Я могу к ней забраться? Да, я могу забраться к ней. Здорово, давай я тебе по жопе насучу. Да, блядь. Ты прозрачная, что ли? Тут еще зебра сверху. Бля. Да сука, я не могу управлять им. Здорово. А, я могу оседлать тебя. Ха-ха! Что? Блять, что это? Я могу ломать машины. Я могу взорвать вот это вот эти вот бочки. Я здание могу бить? Давай, я сейчас сломаю здание. Ну давай, ломайся. Полиция? А, здесь надо все ломать, здесь что-то будет происходить.
Овца, уровень один, мусора. Мусора за мной выехали. Что? Серьезно, пистолет? Два пистолета, там же один был. За место рогов. Минус, минус, минус. Прощайте, гниды. А лебеденье, да? О, граната! А как йоу? А, я понял. Все, это меня дошло. Я могу вот так выпускается граната, я могу взрывать ее, нажимая на колесико. Полиция уже на машине. А, белый медведь с машиной. А я могу взять два кулака. Алло, взрывайте. А, или они со временем взрываются. Водолельный мусорок. Какие тут еще оружие можно сделать? Ты кто такой? Я хочу дальше полететь с мусорами бороться, давай. Кролик с бластером. Типа каждый раз и старый, и новый еще будет с тобой сражаться. Хрена себе. А что там так много кроликов? Все, я сваливаю. Я сваливаю отсюда. Пошел ты нахрен, кролик. Пухлый кролик. За безумие уже начинается. Уже какое-то безумие реально. Я при этом... А это хп, это типа когда ты умираешь, что ли? А новый уровень полицейских. Кто там? Пёс? Серьезно, что ли? Тут арена есть какая-то. Четвертый уровень собака. Здоровая собака, кстати. Вот такая огромная. Играть за полицейского? О! Катаны. Я погнал. Все, я вас порублю. О, новое оружие. Пистолеты. Как же тут много оружия у меня на мне. Катана, катана, граната. Я уши пёс. Как на дамажить эту хрень? Ведение, а? Или я пока не одолею того босса, то все. У меня не прокачается ни хрена. А где эта арена, вопрос? Что за? Блять! Че за рыб? Большой папочка! Блять, он меня атакует! А нет, я его надамажу. Я его убил! Достижение разблокировано.
Вон арену нашел. Погнал. А я могу по воде бежать? Он по воде бежит. Не, ну олень, конечно, жесткий. Что будет? Аба-ба. Овцы, собаки, кролик, машина. Почему только овцы две? Всего по одному, кроме овцы. Что, блядь? Чего? Что? Собакин. Мусора, уровень 4, собакин. Блядь, у меня половину все, у меня часть сердечка снесло. Так, минус овцы. Все, я овцу снова пилну. Упала дура, на, а. Как ты без овец встанешь, а? Да ты не встанешь больше, все. Ха-ха! Я победил! Можно сказать уже. О, машины минус. Я пока буду расследовать машины. Блять, нет! Так, овцу пёсну. Что еще у тебя можно дамажить? Что-то какой-то мужик слабый, конечно, валяет. Сейчас снова овцу пёсну, вида. Я увернулся со сни твоим побежденным. Я тебе вообще ноль урона наношу, гнида. Во, наконец-то. А что тебе дамажит-то? У тебя ничего не дамажится. А. А, это балка какая-то. И ты по овцам дохерачишься. Блять, меня додамажу, гнида. Что? Я что-то спросил. Хао! На, гнида, сдохни ты! Без ног. Куда тебя дамажит? Ничего не дамажится. Кроме вот этих овец ничего не дамажится. Не понимаю. Что делать-то надо? Блять, я не могу запрыгнуть. Или я по этой штуке должен? По его руке? Забраться к нему? Давай, атакуй меня. Да-да-да, тут по руке надо. Блять. Есть! Да ты сквозь всю стопку проваливаешься, долбоёбик.
произошло? Я ей руку и машину отбил. А как вторую? Уже все, пес остался. Блять. Все, он просто бегает в покупку. Есть. 12 минут, серьезно. Я не попадаю по этому. Так, ну все, пойду дальше, твари всякие дичь. Всякую дичь. Чтобы еще более мощных мусоров убивать. И все это максимально. Это доспинил. Или все, тут больше нет ничего? Серьезно, это максимальный уровень мусоробу? Ясно, олень жестче, чем мусора. Вот полиция. Все, нет больше полиции. Не, ну ладно, тут прыжок такой нехилый. О, там что-то есть. Можно глянуть. Корова. Давай не уроняй. Играть. Что здесь? Корова версии. Битусы. Ваш ход. Поставь кору. Не понимаю. А что меняется от моих ходов? А, чем больше рядом, тем больше заспаунится, что ли? За один ход только два спаунится. А, типа черных белых... А, все, я понял. Тут нужно белых коров в черных превращать мне. Ля, 14. На, 20 моих. Двадцать пять моих. Вы победили. Повторить. Давай еще. Ну давай. Оу, е, 16 моих. Моих. Нихрена себе. Я проигрываю. А с херали я только что не мог стать коров. А почему я не мог поставить корову 3 раза? Так, ладно, допустим. Пойду еще чем посмотрю. Ну или я могу пизнуть. А, у меня больше оружия нет, серьезно. Так, а тут что? После просмотра истинной концовки
Что это? Суша. Это... Что? Ай, меня кусают, акулы. Ш какая-то. Что это за оружие? Его раньше не было. Оно очень жесткое. Где спион? Блядь, да... Отстань, дура! Блядь, умерли. Где играть, а что здесь? Часу мусоров, внимание, больше часа могут взорвать. Окей. Ну слушайте, тут есть еще что можно поизучать. Но фиг знает. Ну давайте, может я еще продолжу это в следующих сериях. А вы не забудьте подписаться на канал, ставить лайки, комментировать, нажимать на колокольчик и канал, друзья. Еще кому-нибудь рекомендовать. Вообще рассказывать всем многим людям. Кому-нибудь. Можете у себя поделиться в социальной сети какой-нибудь. Помогите развить канал. И что ж, всем удачи, всем пока. Спасибо за просмотр.